У нас ролевая игра. Какая ролевая игра? Доктор и пациент. Мы живем в нечеловеческих условиях. Мы все знаем, все понимаем, но... Трахать меня, когда я сплю! Надо поменять всех ведущих, Настя. Да. Трахать меня, когда я сплю. Трахать меня, когда я сплю. А вспомните, как она сидит еще в студии? У нее выражение лица, как будто у нее нога там под столом в капле. Прекрасно. Куриные колбаски, нежные и легкие. Там кольчик? Кто понимает этот особый вкус? Да. И колбаски с мраморной говядиной Black Angus. Колбаски Мираторг для каждого свои. Это наш. Я не всем доверяю. Что тебе вкус, правую или левую? Смартфон Huawei P20 с большим экраном всего за 389 рублей в месяц в салонах Билайн и 6 месяцев средний подарок. Вот, видите, все красные. Да. Ручка. Ставили уже? Кто ставил? Кто ставил? Девки на работе. Ой, да ладно, блядь, девки на работе. Вот тебе красная, только рядышком, вот здесь где-то примерно. Угу. И понял, не вот так вот. Как ты ставишь? Я как шлепнул тебя. Протираем. Значит, как ставим укол? Сначала мы протираем. Заботимся о тех, кто рядом. Дальше чем? Теперь берешь вторую. Компания. Ты что, офигел, что? Вторую. И протираешь эту же зону только в меньшем объеме. Не как-то много, а именно уже непосредственно. Вот у нас правительство до вас спонсирует. Слюной протерло все. Собачий. Нет, я имею в виду, вы в своем методе натираете там людей. Или там одну, да, на всех. Ну, протер. Теперь что? Все. Теперь берешь 30 эту. Да не складывайте их на меня. Ну, а это потом в конце третью протереть. Открывай, открывай. Ну. И вот ложи рядышком. Что на одном из телеканалов нашей страны идет вот такое реалити-шоу. Ложу. Ты что, мне сейчас будешь ставить, снимать одновременно? Добрый ставишь, нет. Что ли? Нет. Ну, все. Уже 9 месяцев, как мы с вами находимся на этом небе. Все, ставить? Да. Напоминаю, что на кону 500 миллионов долларов. Это получит победитель, но сегодня нам надо так, решить, кто не достает. Угу. Что, все готово? Да. Ой, мама. Ой, господи. И искалеченные судьбы, и антисанитарию. Да. Я так-то вообще никому не доверяю. Сама себе. Ставим сюда, да? Вот где там рядышком, где я тебе показывала. И все участники коллектива. Вот так вот ее сжимай. А, сжимать там? Складку. Так. Да. Так. Так. Чё ты там ковыряешься? А я... Испугалась? Сюда, да? Сюда? Да, блядь, ставь уже куда. А я... Ты... Что? Ты так не замахивайся сильно. С ума сказал, что фолка. С какого? Я шучу, давай, давай. Не замахивайся. Блядь, не обучусь. Я тебя шипу. Я тебе не доверяю. Ты какого хера стерильность нарушаешь? Открыл, так ставь оттуда. Да ты мне дай поставить, ты сама не возишься. Я поехалась. Как дротиками? Каким? Можно я сама? Давай. Че ты, давай стерильность нарушаешь. Подожди, ся. Я понял, что не ты мне не стой надо мной, ся. Но. Подожди, я соберусь. Блин. Все, готово? Нет. Как можно к такому быть готовой? Все, давай. Нет, подожди. Подожди, мне ногу надо как-то это правильно. Все. Ой, мама. Не замахивайся так! Жди тебя за ногу.
Как, вот так тогда тихонечко? Вот. В складку. В складку. Междуглушно? Нет. Ладно. Ты можешь шип поставить? Не втыкай мне, а нормально. Ты мать, у тебя столько слушаний предписаний. Давай ставь уже. У меня спина болит. Я тебя убью сейчас. Ай! Я тебя как учила, не так. Глубоко иголку надо вводить. Полностью ввел. Ай, блин. Надеюсь, он мне поможет. У меня какой-то при... Что? Что ты там делаешь, больно? Много там еще води. Все? Вот ты, и ты достаешь вообще неправильно. Почему? Надо, когда иглу начинаешь доставать, сразу прикладывать. Ты орешь? Потому что позитива хочется, правильно? Много агрессии вокруг, много агрессии. Особенно вот сейчас вот... Что за дверь? Ты неправильно ставишь голову. Да, это нормально же? Даже ничего нормального. Давай еще раз попробуем. Да ща! Ты куку что ли? Ну что, а ты ставишь? Ничего! Я сейчас иголками надо тыкать, если она пустая. Она уже не стерильная. Хочешь страшно приправить, конечно. Ничего. Просто попробуй, что она пустая. На. Что там? Да есть что-то? Вот так. Ку-ку. Дурачело. Мы поставили укольчик. Кстати, поставил не очень больно. Ну не надо меня так снимать. Да хватит, у меня нога не поднимается. Блин, да хватит.